Hey, P, they said I gotta come off the bench. Я заснял. Так, убираем сюда вот эту вот запись. И дальше будем... Опять искать бесплатную одежду. А что вы думаете, я вообще не такой вот прям, чтобы прям... Чтобы прям вот так вот. Вот так вот. Здорово, дорогие друзья, с вами как всегда я, Никет, и да, сегодня не обращайте, что у меня сзади. Так вот. Это крылья плащ. Да. И сегодня мы посмотрим, что я понастроил в этом. В Майнкрафте пока его не снимал. Погнали. А, ну тут так-то ничего такого серьезного, да, я зажигалку выбросил. А там, наверное, темновато, да. Хитрёные кочерышки, надо бы одеться. Вот. Теперь я по-любому должен быть край. Ладно, лучше на меня не смотри. Так вот, сейчас не об этом. Думаю, вы заметили, что это за говностанция такая. Я отвечу. Кто мою дверь вынес? Ладно, не обращайте внимания, он эту дверь вынес. Тут, короче, я спал. Да. Вот эта лестница, да. Вот тут вот у меня шкафчик тут. Проходит на третий этаж. А что у меня там еще есть? Ну, естественно, хранилка. У меня есть дальше. Дальше то, чего никто не ожидал, надо идти задом. Чтобы никто этого не увидел, пока преждевременно. Представляю вашему вниманию новую иннокенцию инновацию. Это супер деревенское дерево. Тут шикарный вид на дождь, на огонь и на портал. Еще на какой-то лес. Тут книга зачарований. Тут у нас балкон. Да. Да, я знаю, странный балкон. Тут наковальня, в которой можно было бы заковать вот так вот на... Но как-то что-то не идет у нас с этим. Вот. А дальше у нас... Тише. Дальше можно суицид... Ладно, я не разбился, это был пранк, и все, всем ламам привет. У меня юбилей. Вас уже 300 друзей.